Внимание, никому не двигаться! Мы захватили этот самолет! У нас оружие и взрывчатка. Попытайтесь что-нибудь выкинуть, и вы умрете. Мы призываем революционные движения по всему миру обратить свое внимание на страдания палестинского народа. Добро пожаловать в Энтебе, Уганда. Они держат 239 заложников в Энтебе. 83 из них израильтяне. Немцы отделили евреев от основной группы. Мы должны действовать, нельзя вступать в переговоры с террористами. Ты хочешь вторгнуться в Уганду? Мы отдадим ее, когда будем уходить. Эти люди не желают вам зла. Но если ваше правительство не начнет переговоры, они будут убивать двоих детей каждые 24 часа. Тот, кто попытается мне перечить, будет застрелен! Если вы хотите получить контроль над аэропортом, вам придется использовать намного большие силы. Такое большое количество войск не сможет пройти 4000 километров и остаться незамеченным. Но мы не можем сидеть и ничего не делать. Зачем ты здесь? Я хочу бросить бомбу на массовое сознание. А что если тебе придется бросить настоящую бомбу, мой друг? Ты готов убивать? Ты готов умереть? Все официальные власти Уганды используют черные лимузины. Это даст нам элемент неожиданности. Если миссия провалится, удар по Израилю будет катастрофический. Мы не остановимся, пока заложники не будут в безопасности. Поехали! Они заложили ТНТ по периметру всего здания. Как только они поймут, что мы идем, они начнут убивать мужчин, женщин и детей. Они хотят, чтобы мир смотрел. Что бы ни произошло, мы поступили правильно.